Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала, с вами Лена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня на обзоре проект RX Tears, называется, по заработку криптомонеты Tron. Это инвестиционный проект, а все инвестиции в интернет всегда связаны с риском. Имейте это в виду и никогда не забывайте. Регистрация здесь наипростейшая. Прописываем мобильный телефон или цифры, похожие на мобильный телефон. Это не принципиально, что именно номер мобильного телефона. Пароль, повтор пароля. Здесь будет инвайт-код. Вводим цифровую капчу вот сюда. Нажимаем «Зарегистрироваться». Я уже зарегистрирована. Попадаем в кабинет. И здесь нас встречает вкладочка такая. Значит, минимум депозит от 5.3x и 7% с депозита ежедневно будет капать. Ну и вот здесь это все можно ознакомиться. Далее. Анекс. Все, больше нет ничего. Значит, вкладочка депозит, вывод, шер, поделиться. Реферальной ссылочкой, команда, мобильное предложение и выход. Они оппозиционируют себя с майнером. Вот эти бонусные 10 тысяч – это вычислительная мощность. Давайте я сразу сделаю депозит, так как депозит обрабатывается от 5 до 10 минут. Ну, как правило, это все быстрее. Трансфер to Basic. Мне дается адрес, куда нужно перечислить монетки. И QR-код. Это, наверное, для мобильного приложения. Значит, я копирую адрес. Перехожу. Кошелек. Кликаю Send. Вставляю адрес. И пополняю. Я пополню на 15 монет для пробы. А там уже видно будет. И проверяю обязательно. Вот минус 15 монет моих. Я отправила. И кликаю о том, что комплект. Я отправила. Все. Давайте теперь пройдемся по вкладочкам. Значит, трейдинг. Что у нас по трейдингу? Как я и говорила, 7% с моего депозита будет мне ежедневно капать. Инвест. Здесь как бы и нет ничего. Здесь шер, поделиться. Находится реферальная ссылочка. Кликаем. Ссылочка автоматически копируется. Ну и майн, мой кабинет. Как видим, монетки мои уже поступили. Кабинет. Также можно из кабинета делать депозит. Ну и, естественно, вывод. Здесь у нас по вкладочкам три уровня. Реферальная программа. Далее профит лист. Вот это 10 тысяч вычислительная мощность. И плюс 15 монет, которые я депонировала. Далее трансфер to Basic. Можно с промо переводить на Basic. Сюда сумму вставляете. Ну, у меня пароль прошел одинаковый, и как бы у меня стоит по умолчанию. Кликаем и переводится. Тем самым зарабатываем больше. Также вкладочка реферальная ссылочка, я вам уже говорила. Поделиться. Так, и новости как бы. Значит, 20. Я определяюсь, когда был старт, по вот этим новостям. Когда здесь написано последнее сообщение, это вот как бы сообщение, да? Здесь последнее сообщение 26.03 было. Соответственно, я предполагаю, что старт был именно 26-го, стартанул он свежий. Сегодня 28 у нас. Как бы, да? 26.03. Больше здесь оповещений нет. И здесь
как бы инвестиционные планы от минимум от 5,3 под 7%. Ну и далее там по нарастающей. Так, входим. И мобильное приложение. Здесь изменить пароль, изменить еще раз пароль. Ну и давайте вот видим 10 015 монет. Кликаем вывод. Мне доступно 1.05 монет. Неплохо. Это мой ежедневный лимит. Также вот здесь промо-аккаунт. Можно вводить без ограничений. Сюда прописывайте сумму. Если у вас будет что выводить, сюда адрес. Кликаем выводить базик аккаунт. Это мой непосредственный аккаунт. Значит, кликаю 1.05. Сюда ставлю точку. Сюда иду в кошелек. И беру адрес. Копирую. Вставляю адрес. И кликаю на вкладочку. Все монетки мои вывелись. И проверяем. Так, надо обновить. Да, уже тут уже и так она обновилась. 1.05 3x прибыла на кошелек. Платит инстантом. Все замечательно. Ну и проект, соответственно, свежий. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.